появляются новые люди, кого-то тема цепляет, но продолжение происходит только тогда, когда личная траектория человечества, человечности как-то каким-то образом синхронизируется с траекторией того движения, что мы развиваем. И каждый раз, когда это происходит, это чудесно, мы получаем нашего действительно члена сообщества. Потому что так двигаться легче, происходит гармонично. Соответственно, если вы увидели здесь что-то, дорогу осилит идущий. Из формата поговорили, разошлись, формат сделали, и я все время вам так говорю, что пока мы сейчас формируем историю, мы уже есть, мы уже явление, как сообщество, о нас уже знают, мы приходят на нас посмотреть. Мы каждый раз разные, но есть некий костяк, который вот проголосовал своим временем и каким-то кусочком своей жизни за эту тему. И это очень важно. Соответственно, ну, у нас абсолютно бирюзовая организация. Если вы услышали кого-то, с кем можно поговорить и сделать что-то совместное, потому что точно кооперация, то буду рада, если у вас произойдет партнерство, точно я в доступе, точно Андрей в доступе. Я всячески стараюсь всякой инициативе полезной, которая может стать мультипликатором для развития вот этой темы, участвовать. Я думаю, что обращаться нам. Можем здесь сейчас, у нас какое-то время тратится на поговорить какие-то договоренности. Наверное, я сейчас попробую еще раз сказать ту мысль, которую я пытаюсь сказать. И которую я пыталась пронести через всю нашу сессию. В том, что вот это развитие рынка в текущей экономической ситуации можно только сообща и только в частной инициативе. Я, к сожалению, это вижу. Поэтому мы не лоббируемся, не партнеримся. Если мы партнеримся... В чистом эксперименте. У меня был чистый эксперимент, первая агрохакатон. Я чувствую, что вы практик. Я не знала, кто придет, пришли люди. Это было для меня важно. А второй агрохакатон был просто, я радовалась, потому что воплотился мой замысел. Именно так я и на эти люди пришли. И именно эти штуки они делали. И именно так организовывалось пространство. Поэтому наше сообщество выступает, наверное, все-таки катализатора. Посмотрите обязательно облики. Можно поговорить с теми, кто присутствовал. Мои личные обязательства в рамках развития сети фермы, что я архитектор самого сообщества, это промотирование идеи сети фермы в России. Раз. Второе, продюсирование самых проходных технологий. Здесь я как технологию выступаю. Поле еще не пахано, но, конечно, нам еще туда идти. Вот, поэтому я буду рада, если вы сделаете хотя бы парочку, хотя бы один-два шажочка для того, чтобы реализовать то, о чем мы подумали. Не только исходя из себя, моей технологии, моей позиции в каком-то учреждении, а и в том числе немножко на рост и на кооперацию. Вот если получится, не просто посидели хорошо, поговорили, это даже исправили. Мы в принципе периодически встречаемся, но у нас в данном случае была проектная сессия. Проектная, то есть мы что-то проектировали, мы проектируем некое будущее со своим участием. И я бы хотела вам сказать, что действительно каждый из вас есть возможность реалистично повлиять на эту историю. Потому что если вы загорелись этой темой, вы ее начинаете транслировать. Это хорошо. У нас растет медийное поле. Если вы увидели в этой теме какую-то пользу для себя лично, карьерную, финансовую, более стратегическую, это вообще чудесно. Тут действительно есть зона роста, образовательная, там, бизнесовая, опять же, карьерная. Будет очень хорошо, если вы шарочек пролезете. Вы, наверное, важное резюме, которое бы я оставила. Такое открытое поле с просьбой. А, теперь просьба. Просьба
к Сергею. Я очень надеюсь, что Сергей мне поможет. Почему нет? Потому что вы единственный Сергей, кто написал текстом предложение по развитию сети телевизора. И вы у нас кандидат. Инициативу наказуем. Получается, кстати, я вот... И вы сегодня не делали видеозапись. А вы нас ошибаете. Я не знаю.